Первые удары пошли вот туда, вот за сараями. Там, там подстанция, там два удара пошло. Угу. Потом ушли, пошли удары, по-моему, туда. Ну, там, где мальчик сидел. И следом пошли вот сюда. Потом пошли удары вот в те дома. Я дома переждала. Когда слышу, уже затишье, прошло время, расстояние. Тогда я побежала вот сюда, вот, вот у меня сарай. И в сарае подвал. Я прибежала, постояла, залез. Я не залезла почему-то. Собаки со мной, как обычно. И услышала крик. И тогда я слышу, что подумала, ну, чутью, наверное, думаю, нет, стоп, это, наверное, уже все. И я помчалась туда. А мы сидели на крылечке. Только зашли мы с дедушкой, а внучек остался. Разговаривал по телефону. Ну, секунда, дело заходит и говорит, бабуля, я ранен. И весь в крови. Что ранена ручка, с головы кровь идет, с бока кровь идет, с ножки, ножка вообще. Указали помощь, отвезли внука в Авдеевку, в больницу. А с Авдеевки скоро отвезла в Красноармейск. Осколки повытягивали. А с ножкой, что не знаю, сын успокаивает, не говорит, что там у него, как там у него.